Только что здесь официально открыли и зажгли главную новогоднюю елку города. Ее высота почти 20 метров, ширина у основания 9 метров. Она состоит из металлического каркаса и штучной искусственной хвои итальянского производства. И сегодня здесь, на Думской площади, настоящий праздник. Сегодня День Святого Николая. Собралось множество горожан, одесситов. Дети выступают, представители различных ансамблей и театральных кружков Одессы. Также тут присутствует дом клоунов. Они также подготовили праздничные выступления. Сегодня мы просто будем баловаться, месить болото. Снега нет. Мы сегодня постараемся показать детям. У нас такое шоу есть. И смех, и снег. Ну, может быть, как-то хоть новогоднюю обстановочку. Святого Николая тоже с собой позвали. Святого Николая, да, позвали. Санта Николаус, он же Санта Клаус. Все есть. Что вы сегодня подготовили, будете выступать? Танец первым номером. Да? Да. Что за танец и кого вы представляете? Зимние узоры. Ансамбль Сидора, да. Как вам вообще елка, сегодня открытие ее? Вот сейчас она зажжется. Как вам она в этом году? Красивая, но волнительно перед выступлением. Все супер, все здорово. Пришли в центр смотреть, как будет елка официально открываться. Все интересно, праздничное настроение, все отлично. Как вообще елка вам в этом году? Здорово, как в принципе в каждом году, наверное. Все здорово. Ну это сейчас она еще зажжется, да? Там... Ну да, да. 100... Одесса, как всегда, самый красивый город в Украине, я так думаю. Но это по моему мнению. Да, Димон? Да. Нужно сообщить, что новогодняя елка украшена гирляндами и светодиодными фонариками общей длиной более 4 километров. И также, кроме новогодней елки на Думской площади, установлена новогодняя елка на улице Дерибасовской и в других районах города. Ну, поздравляем всех с наступающим Новым годом. Будем следить за тем, что происходит на Думской площади дальше.